dvhub.ru. Вот так вот он выглядит, наверняка вы все уже его видели, как это красивейшее здание выросло и как это красивейшее здание украсило город Комсомольск на Амуре. Он работает, где будет что размещаться. Работа идет полным ходом, на всех этажах не протолкнулся между строителями. Стройка до конца года, общестроительные работы по плану завершаются. До апреля месяца идет наполнение уникальными мебельными конструкциями, станками, производственными объектами. Количество резидентов по плану в бизнес-инкубаторе 50. То есть те предприниматели, которые будут резидентом бизнес-инкубатора, будут получать поддержку государственно, их планируется набрать не менее 50. Создание 98 рабочих мест планируется и старт в 18 примеров. Это индустрия детства. То есть те предприниматели, которые занимаются продвижением робототехники, которые занимаются продвижением бизнеса для обучения детей технологическим, техническим, производственным специальностям. IT. То есть те предприниматели, которые в сфере IT, желанные гости, желанные даже, так сказать, резиденты в инкубаторе. Сервисные компании, которые занимаются в том числе наладкой обслуживания станков, внедрением энергоэффективных систем и так далее. Инжиниринг в области электроники и автоматизации производства. Также направление, которое в инкубаторе предусмотрено. Следующий критерий, что компания в каком-то виде развивается. Если компания развивается, то есть у нее какой-то определенный период научно-исследовательских опытно-конструкторских работ. Собственно, эти компании целевые, такие компании с неокром. Их нет возможности платить определенную арендную ставку, какие-то еще затраты нести, им нужно делать неокром, нужно вкладывать деньги в этот неокром. И тогда результатом будет являться продвижение, разработка вот этого неокра, проведение экспериментов и виден результат для экспертной комиссии, для экспертного сообщества, для руководства. dvhub.ru